Новые ослабления ограничений в Польше. В пятницу, 5 февраля, правительство представило решение о дальнейшем ослаблении ограничений и функционировании экономики в рамках санитарного режима. Что же изменится? Гостиницы будут доступны для всех с соблюдением санитарного режима. 50% свободных номеров, питание только в номерах и по желанию гостей. Гостиничные рестораны закрыты. Кинотеатры, театры, оперы и концертные залы вновь открыты. Во время культурных мероприятий может быть занято не более 50% мест. Маски обязательны. Открытие бассейнов, однако аквапарки по-прежнему будут закрыты. Открытие горнолыжных склонов. Открытие площадок и кортов. Возобновлен любительский уличный спорт. Тренажерные залы все еще закрыты. А рестораны, как и прежде, смогут обеспечивать еду на вынос и доставку. Новые правила будут действовать в течение 2 недель, с 12 по 26 февраля. Санитарный режим остается в силе.